Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна, и я основатель барбершопа Monster Barber Spa. Я приглашаю вас сегодня побыть со мной и посмотреть, как я все делаю вот этими ручками. Поехали! Перед стрижкой всем клиентам я обязательно делаю расслабляющий массаж головы. Как ощущения? Ну, ощущения прикольные. Вообще, ногтями обычно мне не делают массаж так. А я делаю. Да. Как кошка. А обычно меня просто по башке бьют. Да. От массажа, от любого массажа, человек должен получать кайф, наслаждение. Различных техник, я имею в виду расслабляющих массажей. Их на самом деле очень большое количество. Все зависит еще от энергетики массажиста на самом деле. Когда я делаю массаж, я ощущаю то же самое, что и клиент мой. В этом вся и фишка. Потому что я сама обожаю массаж, когда мне делают. Ну и вообще массаж – это сила. Да, это тут я согласен. Уж кому, как тебе, не знать, это точно. Thank you.
То есть вот такой небольшой презентик всем своим клиентам я делаю от души в подарок, когда они приходят ко мне на стрижки. Ну, либо на оформление бороды. Ну, как? Да, вообще отлично. В подарок еще. Да. Я вообще люблю дарить подарки. То есть после такой процедуры настроение улучшается. И мы переходим к стрижке. И клиенту кайфово, и мне кайфово, что ему кайфово. Правильно я говорю? Отлично. Встаем потихонечку. Твои предпочтения, как ты вообще стрижешься? Смотри, хорошо, давай тебе сделаем, сейчас уже лето, давай тебе сделаем фейд. То есть это плавный переход. Фейд, я слышал, все делают. Давайте сделаем. У тебя тут ничего не сделаешь вообще. У тебя, во-первых, форму закруглили тебе. Ну, в общем, сделаем высокий фейд, смотри. Вот так вот. Непривычно, вообще без музыки слушать. Ну вот и все. Фейт. Вам нравится? Как освещение. Мне кажется, шикарно получилось. Сколько стран вы объездили? Расскажите, мне очень интересно. Вы на самом деле вообще молодцы такие. Штук 6, наверное. Ну, такой цели нет, чтобы... Или 7. Угу. Чтобы везде ездить. В некоторых по несколько раз будет просто. Угу. Кайф. Это здорово на самом деле, работать, кайфовать от своей работы, еще и путешествовать. Вы вообще молодцы. Спасибо. Берите меня с собой, я буду всех там подстригать. Ну, получается, вот эта лампа светит мне прям в глаза. Ну, знаешь, ослепляет меня вот это вот. Короче, стрижемся на ощупь. Я один раз... Знаете, как один раз я подстригала? Это вообще... Короче, я стригла человека в ванной. И выключили свет в квартире.
И просто-напросто этот человек мне дал этот, на голову одевается, как он называется-то? Шахтерский. Шахтерский вот этот фонарь. Я его просто стригла с этим фонарем. Свет так и не дали, я думала, на утро проснется, там будет, не дай бог, каждому. На самом деле, еще лучше, чем со светом, я его подстригла. Это как в «Звездных войнах». А? Как в «Звездных войнах», типа, на силу ориентироваться. А, ну я их не смотрела. Извините. Там тоже так. Да? Ну. Без света, по сути. Потому что я лютый барбер. Вот видишь квадратную форму? Вот это мужская форма. А когда вот закругленность, вот это, оно, видишь, по-другому вообще смотрится. Там еще что-то делаем. Улыбка такая. Какие такие волосы жесткие, прям, знаешь, как это, как проволока. Адаптировались, так часто по башке бьют, что... Слушай, а тебе испортили они волосы своими массажами? Да? Я когда смотрела, я вообще думала, господи, когда она тебя, знаешь, вот так вот... Это же вообще жесть. Я думаю, бедный. Ну, это индийский вариант массаж головы. Другой становишься, да?
Прорези специально, чтобы создать текстуру. Видишь, оно, смотри, как смотрится, видишь? Mm-hmm. Это как тебе массаж делают. Видишь, можно рисовать на волосах. Mm-hmm. Ой, ребят, конечно, работать в тишине – это пипец. Вот видишь, тоже ты можешь делать укладку. Угу. Вот у тебя будет. Ты такое выпустишь. Ну, можешь сделать себя кудрявым. Можешь сделать просто. Ну, потом это в конце мы тебе сделаем. Так, пойдем на голову. Стесняем. Второй раз я, конечно, не делаю массаж головы. Угу. Но так. Если задумаюсь, то могу сделать. Мне когда ногтями, это, конечно, прикольная техника. Ну так, знаешь, это как кошечка. А когда вот так вот? Ты заметил? Я над тобой не издеваюсь. Спасибо. Делаю тебе как можно приятнее просто. Потому что на самом деле движения могут быть медленные, но глубокие. Угу. Вот это вот. В этом и есть весь кайф расслабляющего массажа. Не просто, когда, знаешь, гладят. Приходишь на массаж, они просто тебя гладят. Даже на антицеллюлитном массаже. И ты лежишь ни туда, ни сюда. За что деньги дал, непонятно. То есть в любом случае человек должен получать кайф массажа. Мы не ходим туда, где гладят. Да-да, мы не ходим туда, где гладят. Ты-то точно не хочешь. Я вообще не знаю, как ты терпишь это все. Ты издеваешься. На самом деле прикольно, что различные техники вот эти бы ты попробовал на себе. Еще сколько ты их попробуешь. Поэтому... Так, встаем, кайфуша.
жесткие, прям такие, даже не закручиваются. Сейчас пойдем на массаж, портить тебе прическу эту. Ну, в общем, вот так вот. Как-то так. А, еще, еще. Как я обожаю, когда ты улыбаешься. Ну, вообще, когда клиенты улыбаются. У тебя еще такая улыбка прям. Самой хочется улыбаться. Если себя клиент хорошо ведет во время стрижки, я потом ему еще вот так вот могу сделать. Чтобы он такой... И вот так вот тут эту волну. Так, так, так. И потом волна, 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 волна. Так вот сидим. Знаешь, злых духов из иди. Ну все. А вы довольны? Скажите, пожалуйста, нам. Да. Меня так не стригли никогда. Да? Прям, ну, лицо изменилось. Не лицо, а вид. Изменилось. Да. Потому что квадратная форма. Да, квадратная. Запомни. На самом деле, вот ты видишь, потому что я не знаю, почему... Обычно, ну, опять же, не барберы, парикмахеры, они вот так закругляют голову. А я тебе могу другое сказать. Если бы у тебя больше было бы здесь волос, мы бы тебе вообще еще больше квадрат сделали. Понимаешь? То есть вот мы берем, и у нас получается вот квадрат. А они берут, срезают, и получаются вот яйцеголовые люди вот такие вот. Извините, нам это не надо. Все. Следующий. Все. Спасибо. Господи, худенький такой. Так, дорогие друзья, теперь мы перешли в спа-зону после нашей шикарной стрижки. И будем делать сейчас массаж шейно-воротниковой зоны. Поехали. Пациент, как вы себя чувствуете? Отлично. Первый раз у меня такое, что после стрижки массаж. Да. Эту студию я специально создавала для мужчин, чтобы они приходили не только на стрижки, ну и кайфовали на массажах, на различных техниках массажей. Тебе удобно лежать? Да, отлично. То есть он массажист изначально, да? Да. Изначально я массажист. Работала дома. Надо будет подушку эту убрать. Ложись.
Больно? У вас клиенты в основном как берут? Всегда с массажем? Нет, по-разному. Иногда покупают программы, в которых включен массаж. То есть клиент приходит, допустим, и несколько часов находится здесь со мной. То есть мы его стрижем, оформляем ему бороду, делаем массаж, и он уходит счастливый и кайфовый. Потому что на самом деле для женщин очень много чего. Там спа мы ходим, да, следим за собой. А мужчины, наши бедолаги, не могут, как сказать. Они даже, знаешь, когда спрашиваешь, допустим, они даже в шоке, ну, от того, что как он может пойти на массаж. И я говорю, что нужно себя любить и кайфовать. То есть не только женщины должны кайфовать, но и мужчины. Доставлять себе маленькую радость. Не больно? Нет. Но разогрели нормально. Ага. Ну что я делаю сильно. Угу. Да, чтобы был эффект, понимаешь? Потому что я могла бы вот так вот гладить тебя. Хорошо. Да? Хорошо. Вот. Но эффекта, конечно, не будет от этой глажки. Я даже расслабляющие массажи делаю. Медленно, угу. Но глубоко. Так. То есть, чтобы был эффект, понимаешь? Полуспортивный массаж, да? Но сейчас я тебе делаю, да. На, разогреть нам нужно, чтобы избавиться от боли. Угу.
Сейчас кровь начнет циркулировать. Ну и вообще. Сегодня весь в кайфах. Да? Со стрижкой, с массажем. На самом деле такого интенсивного массажа хватает даже там 15-20 минут и все. Ну да. Чувствуешь, как растягивается? Ну да, тянется. Ты спишь. У вас голову можно не только постричь, а еще от головной боли полечиться. Угу. Такой интенсивный ШВЗ, если у кого голова болит, от шеи в основном болит. В принципе, да. Можно спазм снять. Какой молодец, уже все про массаж знает. Если массаж не интенсивный, то толку от него никогда не будет. Ну, только, конечно, если... Мы не говорим о людях, которые там, как они, остеопаты, там вот это вот, да, хрустит. Но это и не массаж, это мануал. Ну да. Вот так. Мануалку в барбершоп, ну хотя, барбершоп. Не-не-не. Это я, то что, я вообще не могу, когда даже хрустят пальцы, мне плохо становится. А в Индии они хрустят шеи. Барбершоп. Ну, индусы лютые люди. Бесстрашно. Че, говорит, похрустим? Ага. И можно еще дополнение сделать ушки.
Ну, как тебе легче? Да. Пациент, как себя чувствуете? Чувствую себя отлично. На неделю точно забудешь про шею, я тебе отвечаю. Ну, такой интенсивный массаж. Пусть он не очень долгий, но он... лютый. Лютый массаж от лютого барбера. Ну все, ребят, наверное. Спасибо. С вами была я, лютая Татьяна. До свидания. Все, мне все очень понравилось и интересно. Постригся. Массаж получил. Все. Первый раз такое у меня. Ну, по крайней мере, в России. Так что спасибо. Пожалуйста. Очень все понравилось. Буду ждать вас вновь. Приходите в гости. Всем отличного дня.